6 избирательных объединений выдвинули списки кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, и 113 кандидатов у нас выдвинулись по одномандатным избирательным округам. Из них 36 человек идут в порядке самовыдвижения, и остальные выдвигаются также избирательными объединениями. На 30 июля зарегистрировано 28 кандидатов. Для регистрации самовыдвиженцы должны представить подписные листы с количеством подписей избирателей не менее 45. В данный момент идут проверки достоверности подписных листов, то есть проверяется на соответствие паспортных данных, и у нас работают специалисты по черковеды по подписям. Мы приняли решение, что мы проверяем 100% подписей, не выборочно, а полный объем. До 6 августа территориальная избирательная комиссия завершит процедуру регистрации кандидатов и начнется избирательная кампания. Для того, чтобы кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу, избирательным объединениям, были допущены к распределению мандатов, необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Этот барьер установлен законом Московской области, о муниципальных выборах Московской области. У нас смешанная избирательная система, то есть 20 одномандатных округов, то есть 20 мандатов, и 10 мандатов по единому избирательному округу будут распределены среди избирательных объединений. То есть после того, как завершится голосование 8 сентября, будут подводиться итоги, будут суммироваться количество голосов, поданных за каждое избирательное объединение. И в зависимости от этого пропорционально будут распределяться мандаты. Напомним, что выборы в Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.